Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные Non-Farm Payrolls. Это самый главный, основной, ключевой отчет по состоянию американского рынка труда. Очень много уже я раз рассказывал о том, что этот релиз имеет принципиальнейшее значение в оценке перспектив американской денежно-кредитной политики. И действительно, если вспомнить последнюю риторику Федрезерва, что решение по ставке будет опираться на качество и силу макроэкономической статистики, можно легко предположить, что если нонфармы имеют такое значение для американской экономики и для Федрезерва в целом, то сегодня, опять же, цифры, которые мы увидим, помогут нам ответить на вопрос, что будет дальше с американской монетарной политикой. Это и есть основная причина, почему этот отчет так интересует всех, почему он обычно является источником повышенной волатильности. Сегодня мы как минимум ждем очень мощное движение по доллару, по доходностям американских облигаций, по золоту. Ну, если доллар, опять же, будет показывать интенсивную динамику, конечно же, и рисковые инструменты тоже не останутся в стороне. Помимо данных по Non-Farm Payrolls, до выхода этого отчета, который мы ожидаем в 13.30 по GMT, нам предстоит посмотреть на прогноз по инфляции в Англии в 9.30 по GMT. Он выйдет. За британской валютой мы следим, и она в нашем портфеле. Фунт я удерживаю в лонгах и жду как минимум отметку 1.27. Текущие котировки 1.26, и в принципе до целевого ориентира остается не так уж и далеко. Прогноз по инфляции. Я думаю, скорее всего, учитывая ту работу, которую удалось проделать британскому регулятору, этот прогноз будет снижен. Ну, в целом, давайте фунту вернемся чуть позже. И под закрытие торговой сессии в 15.00 по GMT выйдет еще индекс потребительского доверия от Мичиганского университета США. Это тоже важный отчет, чтобы оценить настроение потребителей. Хотя, наверное, реакцию рынка на Мичиганский индекс можно будет спутать еще с остаточным эффектом, который сохранится на рынке после выхода данных по Non-Farm Payrolls. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.60. Ниже, чем мы наблюдали доллар во время моего прошлого выступления. То есть индекс доллара ниже 104 в соответствии с ожиданиями. Американская валюта продолжает испытывать давление, остается под прессом слабых отчетов. На этой неделе, еще до выхода данных по Non-Farm Payrolls, у нас было достаточно релизов, которые давали нам возможность оценить данный сектор американской экономики, я имею в виду рынок труда. Во-первых, это отчет ADP по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, ну, правда, по частной оценке. 103 тысячи, прогноз был существенно выше, 130 тысяч, то есть делаем вывод о том, что отчет плохой. Заявки на пособие по безработице рос с 219 тысяч до 220 тысяч, в целом негативная динамика тоже налицо. Количество открытых вакансий в прошлом месяце сократилось почти на 620 тысяч. Это тоже еще один признак охлаждения данного сектора американской экономики. И в связи с этим я допускаю, что с большой долей вероятности сегодняшние данные по Non-Farm Payrolls, скорее всего, разочаруют. Будем анализировать три основные компонента. Это количество новых рабочих мест, это уровень безработицы и динамика роста заработных плат. А в первом и втором случае я практически уверен, что данные будут так себе. По динамике роста заработных плат допускаю, что в месячном выражении все-таки будет еще зафиксирован локальный прирост. Но что будет с годовым показателем, мы как раз уже поговорим после, как это может все повлиять на инфляцию. Хотя я думаю, что учитывая те темпы снижения инфляционного давления, которые мы наблюдаем уже не первый месяц, этот нисходящий тренд, эту тенденцию уже мало что может остановить. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность повышения ставки сейчас вообще нулевая. Мы уже обсуждаем тему ее снижение, и в марте эта вероятность оценивается в 52,5%. Если сегодняшние данные по Non-Farm Payrolls окажутся плохими, вероятность снижения ставки станет еще выше, и это, соответственно, отправит вниз доходности американских облигаций, возможно, даже на тестирование поддержки 4% по десятилеткам. И доллар, ну, не устоит. Мой основной сценарий под
закрытие текущей недели – это движение индекса доллара в районе 103 пунктов. Европейская валюта против доллара 1.0785. Был вопрос по поводу того, что ждать от евро дальше. С точки зрения фундаментального фона, все по-прежнему очень плохо в экономике ЕС. В частности, последние данные по ВВП в квартальном выражении снижение на 0.1%, что привело к тому, что годовой показатель оказался на нулевой территории, нулевой отметке. Ну, то есть чудом удержался от зоны спада. Розничные продажи снижаются. Это следствие того, что на потребителей давят высокие цены. Промышленное производство тоже исключительно негативная динамика. По Германии минус 0.4%. В прошлом месяце снижение, которое фиксируется уже пятый месяц подряд. Но сейчас на евро принципиальным образом влияет поведение доллара. Учитывая то, что в индексе доллара, опять же, отдельный вес европейской валюты велик, и корреляция между этими инструментами очень высока. Я предлагаю в этом дуэте финансовых активов евро-доллар сейчас все-таки больше поставить на динамику доллара и в связи с этим допустить возможность возвращения пары евро-доллар к отметке 1.10. Британская валюта 1.26, ждем роста, прогноз по инфляции. Как я уже отметил, скорее всего, увидим более низкие значения. В последнее время сам факт снижения инфляционного давления привел к тому, что улучшилась экономическая конъюнктура. И мы увидели, как появились первые признаки роста деловой экономической активности. То есть данные по активности в сфере услуг, по композитному индексу демонстрируют положительную динамику. И это, опять же, позволяет предположить, что экономика Англии все же сможет избежать рецессию. И еще хочу отметить, что с другой стороны, рост деловой экономической активности может создать предпосылки для усиления инфляции. Как Банк Англии будет бороться с инфляцией, с высокой инфляцией, мы знаем. Это традиционные инструменты, которые как минимум сейчас сводятся к тому, что ставку нужно удерживать высокой на длительный период времени. И буквально вчерашний опрос от Reuters, то, что Банк Англии планирует сохранять процентную ставку высокой на протяжении первого полугодия следующего года, что создает контраст более интересной торговли пары фунт-доллар, делая больше акцент на потенциальный рост именно британской валюты. Австралиец против доллара 0.6615 текущие котировки, наша цель 0.67, постепенно к ней приближаемся. Поддержку австралийскому доллару, помимо снижения курса доллара, вчера оказали данные по торговому балансу. Экспорт вырос на 0.4%, я думаю, что это в основном связано с увеличением экспорта железной руды непосредственно в Китай. О тесных торгово-партнерских связях мы уже говорили. Доллар-иена, друзья, 144, просто серьезнейшая обвал, который последовал на фоне комментариев руководства Банка Японии, которое все-таки снова решило предположить, что уместно в ближайшее время отказаться от мягкой экономической политики. Обсуждались даже инструменты выхода из тех стимулов, которые проводятся. При том, что буквально неделю назад, даже меньше, заместитель Банка Японии отметил то, что выход из стимулирующей политики – это еще перспектива ближайших, там, в лучшем случае, 6 месяцев. Но есть то, что есть. Рынок вдохновился идеей того, что Банк Японии может перейти к ужесточению политики, и в итоге пара оказалась на отметке 144. Из-за такого обвала, конечно же, мне пришлось уже принимать оперативное решение. Я, собственно, теперь вне рынка по данному дуэту активов. И доллар канадец, друзья, еще в нашем портфеле. По-прежнему 1.3575 текущие котировки. Ждем движения выше, опираемся на слабость нефти. И еще вчерашнее выступление Тифа Маклема, главы Банка Канады, который подтвердил, что в ближайшие месяцы Банк Канады даже не будет обдумывать вопрос, связанный с дополнительным ужесточение монетарной политики. Я уже ранее говорил, что условий для этого совершенно нет. И, скорее всего, Банк Канады может оказаться среди первых регуляторов, который начнет смягчать экономическую политику. По нефтянке ничего не меняется. Опираемся на рыночную психологию, сантимент, который говорит о том, что можно все еще шортить и Brent, и WTI, но в частности Brent до отметки $70 за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!